Открытое и доступное правительство. Сегодня пользователями электронного портала e-gov.kz являются свыше 13,5 миллионов казахстанцев. Таким образом, охват составляет 70% населения всей республики. О том, что Казахстан может уверенно говорить о себе как одном из самых развитых государств по оказанию онлайн-услуг, говорят и рейтинги ООН. По индексу их качества республика входит в топ-10. Возможности информационных технологий страны представили на форуме Digital Bridge, где уже второй день отечественные компании демонстрируют результаты цифровых инноваций. Сейчас мы в первую очередь направлены на проактивное оказание государственных услуг. Когда человеку ничего не нужно делать, ему приходит пуш-уведомление, либо смс-сообщение, и он просто подтверждает, что да, я хочу получить эту услугу. Посредством интеграции государственных баз данных отпадает необходимость в предоставлении тех данных, которые вы уже вносили, допустим, в медицинской организации или в организациях труда и защиты населения и так далее. К слову, площадка технологического форума дарит не только возможность познакомиться с самыми передовыми цифровыми продуктами и инновациями, но и наладить деловые связи. У меня уже полный карман пиджаки визиток. Отлично. То есть масштаб, тут еще надо посмотреть, получится ли все это обойти. С точки зрения потенциальных партнеров, здесь прямо как бы рок изобилия, край довольства. Отлично, что такое проходит. Сама площадка, это, конечно, это великолепно. Спасибо большое организаторам. Я думаю, такое важно для роста Казахстана и индустрии в Казахстане. Отметим, в рамках Digital Bridge стало известно о дальнейшем развитии цифровизации в стране. Так, в течение ближайшего полугодия 2000 сельских школ обеспечат высокоскоростным интернетом с помощью технологии SpaceX Starlink. А подключение 5G в стране намереваются завершить досрочно до 2025 года.